Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильное зеркало с видеорегистратором от компании Esparing, модель Reflex 2. Поставляется в фирменной упаковке данное зеркало. Вот так вот внутри все упаковано. Здесь находится само зеркало. По центру дисплей диагональю 5 дюймов. В нижней части кнопки управления. Сверху у нас находится мини-USB разъем для зарядки, аудио-видео вход и слот под карту памяти microSD. Поддерживается до 32 гигабайт. Задняя часть вся из пластика. Видеорегистратор имеет угол наклона небольшой и поворота, соответственно. Угол обзора в данном видеорегистраторе 148 градусов, как заявляет производитель. Крепится данное зеркало на резиновые фиксаторы, на штатное зеркало. По аксессуарам у нас в комплекте адаптер питания в прикуриватель, два резиновых фиксатора, выносная камера с подсветкой и также двухсторонний скотч и два самореза для фиксации камеры, USB кабель, гарантийный талон и инструкция. Видеорегистратор мы сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по его функционалу. Подключили видеорегистратор на питание. В данном регистраторе используются три режима: режим видео, режим фото и режим просмотра уже записанных ранее файлов. Заходим в режим меню. Данный видеорегистратор полностью сенсорный. Первый пункт — это разрешение. Максимальное разрешение в данном видеорегистраторе Full HD, минимальное HD. Далее настраивается циклическая запись, датчик движения, выключение экрана, настройка J-сенсора датчика удара, датчик парковки, VDR, настройка языка и сброс до заводских настроек. При покупке на данное зеркало обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.